Три человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла на въезде в пригородный поселок Кинжиколь. В автобус, в салоне которого было около 20 человек, на полной скорости врезался легковой автомобиль. Как выяснилось, водитель, управлявший легковушкой, был пьян. Очевидцы произошедшего успели оказать первую помощь пострадавшим еще до приезда спасателей. Раненых доставили в больницу. Удар пришелся на правое переднее колесо автобуса, и автобус, водитель убегая еще, его развернуло на 90 градусов. И он столкнулся с забором и снес туалет частного дома. В результате аварии пострадали два водителя автомобиля «Лада Приора» и пассажир. Водитель был зажат, сработала подушка безопасности, лицевая часть нормальная, зажаты были нижняя часть.